первую очередь рад, что мы собрались и сыграли опять на нужном нам ритме и с хорошей скоростью. И, скажем, первые две четверти были такие вялые, но я понимаю игроков, тогда, когда ты играешь в финал Еврокубка, у тебя эмоции, энергия на максимуме, через два дня опять надо играть. Это сложно физиологически вернуться на этот уровень, но я рад. Даже я скажу, я удивлен, в хорошем смысле слова, что мы смогли на третью четверть собраться и сыграть, ну, наш баскетбол, который мы играем. Очень важна нам победа, и это хороший шаг в будущее. Да, у нас есть несколько видов защиты, и мы готовили такую, такую мы готовы для всех команд, особенно для ведущих игроков, такие, какие имеют некоторые команды игроков, от которого зависит, особенно от разыгрывающего, например, Нижней Рочести, от которого все зависит. Ну, мы имеем несколько видов защиты, пришлось третьей четверти применить, и думаю, что все было вовремя, и все было здорово.